Добрый всем день, уважаемые друзья, подписчики, будущие подписчики на канале YouTube. Я волонтер бездомных животных города Ефремова Наталья. Я обращаюсь к вам с просьбой принять участие в жизни данной собаки. Жуля, Жужу, моя Жужу, так ласково я ее зову. Жуля, инвалид-спинальница. У нее перелом позвоночника компрессионный. То есть у Жули есть еще шансы заново научиться ходить. Но для этого нам ежемесячно нужно оплачивать реабилитацию ее в городе Рязани. Девочки сказали, что это ежемесячно будет обходиться нам 6 тысяч. Но так как я не имею дополнительных средств ниоткуда, да, вот, я... Хочу обратиться ко всем, кто увидит данный ролик. Может быть, кого-нибудь затронет судьба Жули. И может быть, хоть кто-нибудь поможет этой замечательной собаке снова встать на ноги и почувствовать себя полноценной собакой. У нее есть все шансы заново научиться ходить. Жуля! Ну куда ты? Ну ты там не пройдешь. Пойдем. Нельзя. Пойдем. Добрый день всем. Вот так мы уже гоняем, маневрируем. Так, ну иногда, конечно, бывает форс-мажор, мы цепляем что-нибудь. Вот, ну не без этого. Вот. Ну, по крайней мере, Жуля понимает, что она живет полноценной жизнью. Вот. Ну, и мне для спорта, и для здоровья. Все, конечно, прекрасно. Хорошо, Жуля! Жуля! Ну, то есть, она молодец. Еще раз говорю, она. У нас и молодец, и боец. Жулька, Жуля, Жульбаш, ну, уморила Жуль. Ой, что у нас такие вот пробежки. Жуля! Кто хочет узнать историю судьбы Жули, можете зайти в мои группы в Одноклассниках, ВКонтакте. Полистать, посмотреть, вот, ознакомиться. Ссылки на группы будут в описании ниже. И карта помощи, вот, Сбербанка. Все я опишу в описании, вот именно в описании под роликом ниже. Мы очень будем ждать и надеяться, что хоть кто-нибудь поможет нам поставить Жулю на ноги. У нее есть, еще раз говорю, все шансы начать жить. Добрый день всем, уважаемые друзья, подписчики моих групп в Одноклассниках, ВКонтакте, вот, будущие подписчики на канале YouTube. Меня зовут Наталья. Я волонтер бездомных животных города Ефремова, Тульской области. 7 лет я занимаюсь проблемой бездомных животных в своем городе. За 7 лет я спасла не одну жизнь остро нуждающимся собакам. Вот. Хочу представить вашему вниманию собаку-инвалида Жуля. Вот. У Жули перелом позвоночника. Вот. Это уже третья спинальница в нашем городе, а именно моя спинальница, вот, которую я волонтирую и которой мы даем шансы на жизнь. Жуля очень активная, очень любящая жизнь собака. Вот. Лапки у Жули были стерсаны в кровь до костей. Вот. В течение 4 месяцев мы как бы добились результата того, что у Жули заросли лапки. Вот. Недавно совсем у нас открылся колледжин. Вот. Ну, у Жули есть очень много шансов, если нам отправить ее на хорошую передержку в Рязань, в город Рязань. У нее есть все шансы даже пойти, потому что второй инвалид нашего города Фрося с разрывом спинного мозга у нас сейчас на данном этапе уже ходили бедно ходит.
Ну, хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на Жулю. Да, Жуленька. Жуля. 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 Жуля — это собака с безумно добрыми большими глазами. Вот. Жуля безумно очень любит жизнь. Она живет, радуется каждому дню. Ну вот, и, конечно, бы очень хотелось, если, может быть, кто-нибудь бы когда-нибудь бы обратил внимание на эту достойную собаку. Она принесет вам море любви, позитива и счастья.